Всем здравствуйте! Сегодня хочу показать цветок спатифилиум «Женское счастье». Он у меня очень сильно разросся. Раньше, когда мне его подарили, он был таким небольшим кустиком. И вот уже за 8 лет он такой стал шикарный большой кустик. Вот у него растут новые листочки, выходят. Конечно, я его перелила. И вот так начинают желтеть листики от перелива, так что аккуратнее поливайте, не заливайте, потому что он этого не любит. Вот кончики я обстригаю, потому что они чернеют также от перелива, от сухости. Я просто эти кончики обрезаю. Еще посмотрите, я поставила такой вот поднос с керамзитом, туда налила воду, поставила для увлажнения, так как спатифилум любит очень влажный и любит опрыскивание. Но я, кстати, его не так часто опрыскиваю, как хотелось бы. Вот посмотрите, сейчас он у меня начинает цвести и выходят такие беленькие цветоносы. Цветоносов будет всего 2. Такие вот небольшие. К сожалению, он так не обильно цветет у меня, но я и то рада. И вот посмотрите, я отрываю сейчас листочек, который почернел от перелива, от сухости наверняка тоже. Вот просто отрываю.